Всем привет! Хочу рассказать, как я заклеил бассейн. Получается легко и просто. Но, предисловие, до этого я заклеивал бассейн. Сейчас покажу. Вот, у меня кот прыгнул. Сделал две дырочки. Вот, раз дырочка, два дырочка. Это уже заклеенное состояние. Вот. Начал сначала клеить я таким сапожным моментом клеем. В итоге заклеил. Сделал заплатки, тисками сжал, сутки выдержал, потом все это дело убрал, вроде бы как бы все дело приклеилось, надул и все равно бассейн спускал. Но потом это все дело я опять оторвал, обезжирил и воспользовался вот таким я суперклеем. Я в итоге на дырочки нанес по капельке, раз капельку сделал, два капельку на сдутом. Подождал, высохло какое-то время небольшое. И еще по капельке для уверенности. Высохло, надул. Ребят, и в итоге получается уже больше 2 недель. Даже не пытается сдуть. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.